Однажды я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Подойдя к Неве, я остановился на минуту и бросил взгляд в дымную, морозно-мутную даль. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого иния. Казалось, что весь этот мир походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который вот-вот исчезнет. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я как будто что-то понял в эту минуту, как будто прозрел во что-то новое, совершенно новый мир, мне незнакомый. Я полагаю, что именно с той минуты и началось мое существование. В тот день я возвращался берегом после службы домой. Мне, родившемуся на севере, всегда был люб свежий морской ветер и суровый гул Невской воды. Вдруг вижу, передо мной стоит чудный дивный старец. Посмотрел на меня сурово, но глаза были ласковые и добрые. Руки и ноги у меня дрожали. Я хотел что-то сказать, но язык мой не повернулся. Старец меня перекрестил, и мне сделалось легко и радостно. Затем старец указал рукой на облака, и увидел я явственно Царицу Небесную. О, лик Пресвятой и Благой, очи голубые и голубиные, добрые, смиренные, спокойные, небесные, божественные, не забуду я вас, дивные очи. Минуту продолжалось это явление. Потом она ушла неторопливо и скрылась в облаках.
Есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает обычное солнце, а заглядывает какое-то другое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным особенным светом. И жизнь здесь совсем как будто другая, смесь чего-то фантастического, горячо идеального и вместе с тем тускло-прозаичного и до невероятности пошлого. Говорят, что сейчас в Петербурге открыто несколько садов и развлекательных заведений, где можно подышать свежим воздухом. Но я еще нигде не был. В самом Петербурге лучше, душнее, грустнее. Ходишь, созерцаешь один-одинешенек. Очень много в Петербурге детей. И еще говорят, что они в нем ужасно как мрут. Боже мой, ребенок что цветок, что листок, завязавшийся весною на дереве. Ему надо свету, воздуху, воле, свежей пищи. А вместо этого душный подвал, страшное зловоние, по ночам тараканы и блохи, сырость и влага, текущая со стен, а на дворе пыль, кирпич и известка. А ведь каждый ребенок должен вырастать на земле. По-моему, все, что пишут о детях, вздор и вранье. В детской душе большая глубина, свой мир особливый от взрослых. И такая иной раз трагедия, что в ней и гению не разобраться. Его правду один Бог только слышит. Отчего же берет хандра по воскресеньям на угрюмых петербургских улицах? Не приходило ли вам в голову, что в Петербурге угрюмые улицы? Мне кажется, это самый угрюмый город, какой только может быть на свете. Но я люблю бродить по улицам, присматриваться к иным, совсем незнакомым прохожим, изучать их лица и угадывать, кто они, как живут и что особенно их в эту минуту интересует. Я человек больной. Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие. К тому же я имею сугубое несчастье обитать в Петербурге, в этом самом отвлеченном, умышленном городе на всем земном шаре. Да, Петербург. Мне говорят, что здесь очень дорого жить. Я и без советчиков знаю. Но все равно остаюсь в Петербурге. Я не выйду из Петербурга. Я потому не выйду. Да ведь это совершенно все равно, выйду я или не выйду. Нет, это я наврал про себя, что я злой. Со злости и наврал. Я не только злым, но даже ничем не сумел сделаться. Ни злым, ни добрым, ни честным, ни героем, ни насекомым. Даже этого не удостоился. Я вам скажу, дальше 40 лет жить неприлично, пошло, безнравственно. Кто живет дольше 40 лет, дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу. Всем этим почтенным, благоухающим старцам всему свету в глаза скажу. Я имею право так говорить, потому что я сам и до 60 лет доживу. До 70 лет проживу. До 80 лет проживу. Постойте, дайте дух перевести. Я ужасно самолюбив. Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик. Но право, бывали со мной такие минуты, что если бы случилось, что мне дали пощечину, то я был бы рад этому. Я бы сумел отыскать тут своего рода наслаждение. Наслаждение от слишком яркого сознания своего унижения.
сколько раз было. В иную гадчайшую петербургскую ночь возвращаешься к себе в угол и усиленно сознаешь, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного никак не воротишь, и внутренне грызть себя за это зубами, пилить себя до того, что горечь обращалась, наконец, в какую-то позорную, проклятую сладость и, наконец, в решительное наслаждение. Человек все-таки чудовищно неблагодарен. Я даже думаю, что самое лучшее определение человека — существо на двух ногах и неблагодарное. Скажете, что человек любит созидать и дороги прокладывать? Но отчего же он до страсти любит разрушение и хаос? Отчего он свое самостоятельное хотение ставит выше всего, даже собственной выгоды? Свое вольное, свободное хотение, своя фантазия, доходящая хоть и до сумасшествия, вот это и есть самая выгодная выгода для человека. И хоть жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дренцо, но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня. Господи, повергаю моления мои пред Тобою за рабов Александра и Елену и чад их. Осуществи, Господи, желание их по всем их прошениям. Поступи с ними, как со всеми, в простоте веры и сердца, обращавшимися к Тебе. Излечи, Господи, простого мирянина Сергия. Избавь его от припадков, милость Твоя неистощима вовеки. Да не иссякнет наша вера в Тебя, Господи наш Господи. Господи, накажи злую и непослушную Антонину за дерзость и презрение к матери, и пошли ей болезни напасть, чтоб смирилась и научилась слушаться матери и почитать ее добрую, простую и неграмотную. Благодарю, Господи, что я помилован и что мне прощен грех мой. Согрешил я пред Тобою и пред людьми, что ударил в неправедном гневе по щеке рабу Божию надежды. Благодать оставила меня, и мне было очень худо, смутно, тесно, мрачно, смертельно. А вчера тяжко мне было, как никогда. Я сильно роптал, что сам Бог оставил меня. Согрешил перед Господом, но какая тяжелая боль. И справедливо страдание по делам, праведным судом Божиим послана мне болезнь моя. И я должен великодушно и благодарно терпеть и молиться, радоваться, что несу крест болезни, а значит, иду узким скорбным путем, ведущим к царствию. Я иду со старцем и вижу, масса крестов стоит, тысячи, миллионы, все разные. Старец сказал мне, это те, которые за Христа и за Слово Божие пострадали. И представилась мне большая масса народа со свечами в руках, с радостными лицами. Здесь были цари, князья, патриархи, схимники, миряне, отроки и младенцы. Я хотел спросить старца, что это за люди? Старец, как будто зная мою мысль, сказал, «Это все рабы Христовы, пострадавшие за святую Христову Церковь». Я спросил, могу ли я присоединиться к ним? Старец сказал, «Нет». Еще рано тебе. Потерпи. Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получить высшее развитие, а остальные девять десятых должны послужить к тому материалам и средствам, а сами оставаться во мраке. Да, в наше мечущееся время идеалом является преклонение перед деньгами, перед властью золотого мешка. Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой.
началось обожание даровой наживы. Наслаждение без труда. Всякий обман, всякое злодейство совершается хладнокровно. Если сейчас народ не опомнится, то весь в самое малое время будет закабален. Явятся мелкие, подленькие, развратнейшие буржуа. Они будут пить народную кровь и питаться развратом и унижением народным. Но не бывать этому. Не захочет народ сам кабака. Захочет труда и порядка. Захочет чести. Наша интеллигенция питала к русскому народу лишь одно презрение. Воображая и веруя в то же время, что любит его и желает ему всего лучшего. Вот эта-то известного рода бессовестность русского интеллигента – решительный для меня феномен. Наши западники трубят во все трубы, что у нас нет ни науки, ни здравого смысла, ни терпения, ни умения, что нам дано только ползти за Европой. Такие люди так прямо и рождались у нас иммигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В нас, считают они, витают общечеловеческие идеалы. Мы представители на Руси прогресса и цивилизации. А народ глуп, ничего до сих пор не выработал, среда народная бессмысленна, тупа. Отделяясь от народа, они, естественно, потеряли и Бога. Господи, согрешил я своей неприязнью к кривым, хромым, глухим, хотя и сам глухой, и всяким обезображенным болезнью. Забывая, что они такие же люди, что их души, может быть, гораздо прекраснее нас по внутреннему достоинству, по добродетели, тайной или явной. Да, последнее время часто сравниваю мысленно город и деревню и дивлюсь контрасту между ними. Горожане утопают в богатстве, деревня утопает в огне и бедности. Деревенские жители — это мученики, скорбные вечно люди. А ведь когда пришел в мир Бог, чтобы спасти человеческий род, кто оказался достойным помощником Богу? Бедные, неученые люди. 12 простых рыбарей. Достопочтенные граждане, не закрывайте глаза на картину бедности наших нищих. Не отворачивайте лицо. Не гнушайтесь, ведь это братья наши, хоть и непривлекательные по наружному виду. Во имя христианства, во имя человеколюбия и гуманности взываю, помогите этим бесприютным беднякам. Поддержим их нравственно и материально. При таком богатом разнообразии сил нашего общества, при таком множестве людей и образованных, и дельных, и искусных, стыдно оставлять других наших братьев оторванными от общественного дела и его благосостояния. Как хорошо было бы по всем этим причинам устроить дом трудолюбия, где люди бы нашли себе место, трудились бы и благодарили Бога, и нравственно многие поднялись бы. Разве не доброе, не гуманное дело спасать людей от ленности, праздности, апатии и тунеядства? Не пугайтесь, господа, громадности предпринимаемого дела. Доброму делу поможет Бог, а где Бог, там скоро явится все как бы из ничего. Вскоре моя мечта осуществилась. В Кронштадте появилось попечительство о бедных и дом трудолюбия. Тысячи бездомных получили работу, вошли в новую жизнь и были спасены от голода, болезней и нищеты.
Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Так что пусть это будет повесть по поводу мокрого снега. Я хоть и говорил, что сознание есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем 2×2. И от настоящего страдания человек никогда не откажется. Страдание — это ведь единственная причина сознания. Да и что лучше? Дешевые или счастье, или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше? Зачем она пришла? Зачем? Она пришла ко мне вовсе не для того, чтобы жалкие слова слушать, а чтобы любить меня. Потому что для женщины в любви-то и заключается все воскресение, все спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение. Я же считаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета право над ним тиранствовать. Неужели она не догадывается, что я никогда ей не прощу того, что застало меня в этом халатике, когда я бросился, как злая собачонка, на Аполлона? Воскреситель-то, бывший-то герой, бросается, как паршивая лохматая шавка, на своего лакея, а тот смеется над ним. И слез давешних перед ней никогда ей не прощу. И того, в чем ей признался, никогда не прощу. Да она одна за все это должна ответить, потому что подвернулась, потому что я самый гадкий, самый смешной, самый мелочный, самый глупый, самый завистливый из всех на земле червяков. Я буду ненавидеть ее за то, что она меня слушала. Да, лучше будет, если она навеки унесет с собой оскорбление. Оскорбление — это ведь очищение. Это самое едкое и больное сознание. Завтра же бы я загрязнил собой ее душу и утомил ее сердце. А оскорбление не замрет в ней теперь никогда. Оскорбление возвысит и очистит ее ненавистью, а может и прощением. Куда пошла она? И зачем я бегу за ней? Зачем? Разве я не возненавижу ее, может быть, завтра же, именно за то, что сегодня целовал ее ноги? Разве дам ей счастье? Разве я не замучу ее? Реформа Петра I нам слишком дорого стоила. Она разъединила нас с народом. Его реформа носила поверхностный характер. Была обращена главным образом на внешность. А русский народ больше всего ценит дух, мысль, суть дела. Реформы Петра создали у нас своего рода государство в государстве. Так называемое образованное общество, переставшее мыслить о Руси. Народ отрекся от своих реформаторов и пошел своей дорогой. А высшие классы скоро утеряли и язык, на котором говорила масса. На все время был только один случай соединения народа с образованным сословием. Это 12-й год. Вот тогда мы увидели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Теперь мы хотим сблизиться с народом, не понимая, что на практике он отвергает нас. Петровская реформа дошла, наконец, до последних своих пределов. Дальше нет дороги. Закончился 170-летний петербургский период русской истории.
Жизнь наша на земле — это сон, мечта и постоянное и постепенное умирание. Христианину нужно твердо помнить, что его пребывание на земле не вечно. И если мы чаем Царства Небесного, то нам надо стяжать небесные нравы, должно небесно пожить на земле. Удивительное существо, душа человеческая, созданная по образу и подобию Божию и очищенная от грехов. Она бывает у святых, усердно послуживших Господу в жизни сей временной. Святые всю жизнь готовились и очищали себя от всякой скверны плоти и духа. Они зорко следили за всеми движениями сердца своего. Нет ли там неприязни, злобы или зависти? А какое было у них самоотвержение? Какое беспристрастие к богатству, к мирской чести и славе? Какое имели воздержание? Какое усердие к Богу, какую молитву всегдашнюю, какой труд и какое смирение. Святые праведники, умертвляя плоть свою, обессмертили свою душу. Наши тела, много сластопитаемые, издают смрад по смерти, а иногда и при жизни, а их тела благоухают и цветут как при жизни, так и по смерти. Мы, созидая, разрушаем свое тело, а они, разрушая, созидали. И сколько дарований духовных они получили от Бога, какие чудеса творили, какой дар пророчества имели и при жизни, и по кончине Бог прославил их. Иные святые, как солнце, просияли при самой кончине, и ангелы были спутниками их на небо. Самая главная потребность русского человека — есть потребность страдания. У русского человека даже в счастье непременно есть часть страдания. Иначе счастье для него не полно. Христианин, не забывай, что ты гражданин неба и Отечества Небесного, что ты находишься в воинстве духовном. Помни, что против нас ведется непрерывная война. Знай, что ты не один и не одинок. Собор святых — вот какое божественное ополчение окружает нас. Святые — это помощники и заступники, и друзья наши. Нас, воинов православия, множество, а во множестве мы сильны. Утраченный образ Христа — сохранился во всем свете чистоты своей только в православии. Посмотрите, что везде в Европе. Страстная жажда жить и потеря высшего смысла жизни. Римское католичество, не задумавшись, продало Христа за земное владение. Папа — глава ли церкви? Нет, это нелепо. Церковь объемлет собою и святых угодников, и ангельский собор — это одно тело под главою единым Христом. Причем тут грешный папа? Главенство человека в церкви, его личная непогрешимость — самое вредное дело. Предубеждение против нас, их уверенность, что мы еретики и схизматики, разве это не великое препятствие к единению? Разве можно соединить несоединимое? Ложь с истиной.
Россия виновата уже тем, что она Россия, а русские тем, что они русские. Ненавистно славянское племя в Европе. Почему они не могут нас одолеть? Да потому что они совсем ничего не понимают в России. Потому что они проглядели весь русский народ как живую силу. И проглядели колоссальный факт – союз царя с народом своим. Они не знают, что мы можем, пожалуй, проигрывать битвы, но все-таки останемся непобедимыми именно единением нашего духа и сознанием народным. Не понимают они и не знают, что если мы захотим, то нас нельзя заставить сделать то, чего мы не пожелаем, и что нет такой силы на всей земле. Как раз накануне Рождества в каком-то огромном городе и в ужасный мороз. Мерещится мне мальчик, но еще очень маленький. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Он дрожал, и ему очень хотелось кушать. Мальчик несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой подстилке лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала со своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Напиться мальчик где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел. И раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. «Очень уж здесь холодно», — подумал он. Потом нашарил на нарах свой картузишко и потихоньку, ощупью, пошел из подвала. «Господи, какой город и какая широкая улица! Какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит из загнанных лошадей, и все так толкаются, кричат, бегут. А свету-то, свету-то! Никогда еще он не видел ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак и один фонарь на всю улицу. Но там было зато так тепло, и ему давали кушать. А здесь, Господи, как бы покушать. А это что? Какое большое стекло. А за стеклом комната. А в комнате дерево до потолка. Это елка. А на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков. А кругом тут же куколки, маленькие лошадки. А в комнате девочка на чем-то играет. Вот и музыка. Сквозь стекло слышно. А в другом окне тоже елка. И музыка, и гостинцы. И, наверное, там тепло. И вдруг мальчик вспомнил про то,
что у него болят пальчики. Подышал на руки и пошел дальше. И вот видит он сквозь стекло огромную комнату. А по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. А вот девочка начала танцевать, и все поют какие-то незнакомые песни. А на столах бесчисленные подарки, игрушки, конфеты и пироги, которые раздают богатые барыни. Глядит мальчик, девица, а у него уже пальчики на ручках не сгибаются и больно пошевелить. Засмотрелся мальчик в окно, и вдруг, ух, как на него закричали и замахали, и как он испугался. Выбежал мальчик из ворот поскорей, поскорей, а куда сам не знает. Хочется ему заплакать, да уж он боится останавливаться, и идет, и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему так одиноко и жутко. И, боже мой, как холодно вокруг, как холодно. И вдруг, Господи, на окне за стеклом куклы разодеты. Никогда он не видел таких кукол и не знал, что такие есть. И подумал сперва мальчик, что они живые. А как догадался совсем, что это куколки, вдруг рассмеялся. Неожиданно ему почудилось, что сзади его кто-то схватил. Это злой большой мальчик треснул его по голове. Покатился мальчик наземь. Тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать, бежать. И, наконец, забежал сам не знает куда, в подворотню на чужой двор и присел за лестницей. Тут не сыщут, да и темно. И вдруг стало ему хорошо. Ручки и ножки перестали болеть, и стало так тепло, как на печке. Как хорошо тут заснуть. Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, подумал мальчик. И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. Мама, ах, как тут спать хорошо. Пойдем ко мне на елку, мальчик. Прошептал над ним тихий голос. А наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за лестницей мальчика. Разыскали и его маму. Та умерла еще прежде его. Застрелся носик, лестницы лежат стрелками. И ведь как упала, ничего не размажала, не сломала. Только одна горстка крови, десертная ложка, то есть опоздал. А что если малокровие? Просто от малокровия, от истощения жизненной энергии. Устала она за зиму, вот что. Теперь опять никого в доме. И опять один с закладами. Ой, если б можно было не хоронить. Бред! Бред!
бред! Вот где бред! Измучил я ее, вот что. Опоздал. Опоздал! Как все от крайнего холода зацепенело, омертвело. Как печально, больно, скучно. Многим только смерть покажет все сиротство, бедность, нищету их душ. Какие низменные, тленные, нечистые и пагубные стремления твои, человек. Они от Бога разлучают душу, и в тление, и в смерть порывают, в рабство постылое подвергают, в безумие, в горе сердца. Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Пусть судит меня судья, пусть приведут меня в суд, в ваш классный суд, и я скажу, что я не признаю ничего. Судья скажет: молчи, а я закричу ему: где у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался? Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? Зачем мне теперь ваши законы? Мне все равно! Я отделяюсь! Опоздал! Господи, мир в смятении, дьявол торжествует, правда поругана. Восстань, Господи, в помощь Церкви Святой. Россия, больше всех ты согрешила, ибо имеешь у себя неоцененное жизненное сокровище, веру православную. Господи, вразуми студентов, вразуми власти, дай им правду и силу Твою, державу Твою. Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своею. Дай ему мужество, мудрость, дальновидность. Нам каждому надо стать русским, то есть самим собой. Нам нужно перестать презирать народ свой. Да груб наш народ. Пусть в нем есть и зверство, и грех, но он все равно никогда не примет своего греха за правду. Грех есть смрад, и смрад пройдет, когда воссияет солнце. Грех есть дело приходящее, а Христос вечное. И в свои лучшие минуты народ в правде никогда не ошибется. Слепая, слепая, мертвая и не слышит. Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя. Но ты бы меня не любила, и пусть, ну и пусть, ну и что же? Все было бы так, все бы и оставалось так. Косность у природы, люди на земле одни, вот беда. Если в поле жив человек, кричит русский богатырь, кричу я, не богатырь, и никто не откликается. Если бы другого полюбила, ну и пусть, пусть. Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрел с другой стороны улицы. Пусть бы все так и было, только бы открыла хоть раз глаза. Опоздал, опоздал. Говорят, солнце живит вселенную. Сойдет солнце, и смотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание. Вот земля. Люди, любите друг друга. Кто это сказал? Чей это завет? Опоздал. 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 Мама. Мама. Ах, как хорошо тут. Мама. А это что за мальчики? Это что за девочки? Это Христова елка. У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки. А эти мальчики и девочки так же, как ты. И все они теперь здесь. Все они теперь как ангелы. Все у Христа. Мы пошли дальше. Старец шел быстро,
так что я едва успевал за ним. Вдруг обратился и сказал: «Смотри, вижу горы трупов человеческих». Старец взял меня за руку и сказал: «Не плачь, так нужно Господу Богу за наше маловерие и окаянство. Всему надлежит так быть». Затем вижу, как ведут к Антихристу юного отрока на поклонение. «Поди на колени». Но отрок смело подошел к престолу Антихриста и сказал: «Я христианин и верую в Господа нашего Иисуса Христа, а ты, исчадие ада, слуга сатаны, ты Антихрист». «Смерть!» — страшно заревел он. И тут тысячи молний стрелами огненными полетели, поражая слуг Антихриста. Я знаю народ, жил с ним довольно лет, ел с ним и сам к злодеям причтен был. Работал с ним настоящей мозолистой работой. От него я принял вновь в мою душу Христа, которого узнал в родительском доме ребенком и которого утратил было, когда преобразился в европейского либерала. Главная школа, которую прошел наш народ, это века бесчисленных и бесконечных страданий, когда он, оставленный всеми, попранный всеми, работающий на всех и на вся, оставался с одним Христом Утешителем, которого и принял тогда в свою душу навеки, и который зато спас от отчаяния его душу. Все мы, как и все вещи и существа в мире, тленны. Но душа наша вечна и хочет вечного существования. Мы, христиане, научены веровать в вечную жизнь, и каждый день говорим в себе: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Так, дорогие братья и сестры, есть царство вечного света, вечной жизни, вечной любви, вечной правды, вечного мира, вечной красоты, нескончаемого и невообразимого блаженства для приготовивших себя к будущему веку. Это истина непреложная. Будем же, дорогие братья и сестры, готовиться к вечному царствию верою, молитвою и добродетелью.
Thank you.